Всем привет, это репортаж «На коленке» и я Артемий Панченко. Сегодня за инфоповодами я решил выбраться в интернеты и посмотреть, кто о чем судачит. По поводу без повода разговоров много. Кто-то сетует на реконструкцию лестницы на ВДНХ, кто-то предлагает дизайнерские идеи для кофейной будки на площади Советов, а кто-то рассказывает про перекрытые на месяцы и годы улицы города. Но это все официальщина, и меня интересуют более кулуарные новости. Хотя официальщина я тоже не пренебрегу. На Алтапрессе в день рождения нашего премьера Дмитрия Медведева вспоминали сетевые ржаки, которые кипели в сети во время последнего его визита в наш город. А это было в ноябре 2011-го. И тогда еще он был президентом. Барнаульцы высмеивали накрытые палатками аварийные дома, многокилометровые пробки, а в Твиттере хэштег «Медведев в Барнауле» оброс двустишьями по этому поводу, и вот некоторые из тех веселушек. «Чины все животы втянули, пока Медведев в Барнауле». Завод «Трансмаш» стал делать пули, пока Медведев в Барнауле. Кидаем снег, сосем сосули, пока Медведев в Барнауле. Не удивлюсь в оби акули, когда Медведев в Барнауле. Стоит погода, как в июле, пока Медведев в Барнауле. Паблик «Барнаул 22» анонсирует турнир «Герои Сибири» по легендарной и многомиллионной игре World of Tanks, который состоится 20 сентября, и по случаю которого в наш город приедут сами разработчики этого батла. В Павловске в минувшие выходные завершился 6-й фестиваль спартакиада студенческих отрядов Сибирского федерального округа. Как сообщает сайт Федерального штаба студенческих отрядов, в фестивале приняли участие более 1000 бойцов. Спартакиада в этом году проходила по 5 видам спорта. Ребята также сдавали нормативы ГТО. По итогам спартакиады в общекомандном зачете по спорту среди девушек первое место занял педагогический отряд «Аврора», второе место – отряд проводников «Альтаир» и третье место – педагогический отряд «Феникс». В мужской квалификации первое место занял ССО «Витязь», второе место – стройотряд «Инвар» и третье место – студенческий строительный отряд «Рубин». Поздравляю ребят и горжусь своей «Авророй». Напоследок я приберег важную для меня самого инфу, чтобы чуток побрюзжать для перформы. С этого понедельника закрыт автобусный маршрут номер 15, на котором я каждый день ездил на работу. Я, конечно, понимаю, что сам маршрут был весьма бестолковым. По сути, он нужен был только для того, чтобы люди могли добраться с поселка Западного до проспекта Космонавтов, где сосредоточено большое количество гипермаркетов. Дальнейшее следование пятнашки дублировалось кучей других номеров автобусов и троллейбусов. Теперь же ближайший маршрут, который довезет до Космонавтов, находится на полпути пешком до него. Если учесть, что в этой части потока живет огромное количество пенсионеров, закрытие маршрута кажется совершенно несправедливым. Я очень надеюсь, что Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула найдет способ связать поселок Западный с Космонавтов каким-то другим маршрутом. И, кстати, с Павловским трактом похожая ситуация. Чтобы туда доехать, нужно побывать на Солнечной Поляне и Сулиме. Ну, поживем, увидим. До встречи.